Всем привет! Продолжаем путешествие по работам художников, скульпторов. Лев Страж, Камбоджа, бежевый песчаник около 1000 года, 94/2. Неизвестный автор. Во время золотого периода существования государства Ангкор, который пришелся на X век, правители возводили целые города и огромные храмовые комплексы, призванные символизировать их власть и божественность. Одна из подобных столиц, Кох-Кер, была создана в 921 году императором Джаяварманой IV в 65 километрах от Ангкора. Оттуда происходит и этот лев-страж. Такие изваяния размещались на террасах и лестничных пролетах и были призваны охранять центральную пирамидальную конструкцию комплекса, которая являлась символической репрезентацией Меру, священной горы в космологии индуизма и буддизма, обители божественных существ и центра Вселенной. В Камбодже не водятся львы, поэтому кхмерские скульпторы интерпретировали их образ по-своему, наделяя причудливыми вымышленными чертами. Покрытая искусной резьбой почти демоническая голова зверя и его орнаментально украшенная грудь демонстрируют яванское влияние, сыгравшее большую роль в развитии кхмерской культуры. Ну, вот такое описание нашел в интернете к работе «Лев Страж» из Камбоджи, «Бежевый песчаник», неизвестный автор, текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.